Если спросить иркутян, чем вам запомнилась эта осень, наверняка почти каждый ответит – многокилометровыми пробками. Ведь в сентябре одновременно начался ремонт нескольких центральных улиц. Из-за того, что федеральные деньги, а это 566 миллионов рублей, пришли только в августе, департаменту дорожного строительства в максимально короткие сроки пришлось готовить документы и проводить аукцион. Когда подрядчик был определен, в средствах массовой информации появился список улиц, где будет закрыто или ограничено движение. Вздрогнули все. Но неудобства пришлось терпеть, ведь результат в большинстве случаев порадовал. Пример качественной работы – ремонт улицы Степана Разина. Несколько слоев нового асфальта, тротуарная плитка, ограждение. На улице появился и новый для города пешеходный переход. На асфальт нанесли специальную светоотражающую ленту. Все работы были выполнены в максимально короткие сроки. Сработали, как говорится, на совесть и на небольших улицах города, например, на Грязнова. Правда, здесь ремонт затянулся из-за перекладки сетей. Специалисты называют такой подход системным, ведь теперь ее не придется раскапывать или ремонтировать несколько лет. Такой же подход применили и на соседней улице Киевской, но закончить не успели. Продолжат в следующем году. Из-за изношенных сетей ремонт задержался еще на нескольких улицах, например, Кожова. К укладке дорожного полотна приступили только после замены труб. Бульвар Гагарина в этом году полностью сделать также не успели. Только на нескольких участках положили два слоя асфальта. Работы на следующий год достаточно. Это и укладка дорожного полотна, и установка бордюрного камня. За качеством выполнения работ следит нанятый администрацией независимый технический надзор. И к асфальтовому покрытию бульвара Гагарина у них уже есть замечания. Поэтому подрядчик в следующем году обязан будет не только закончить начатое, но и устранить все недочеты. Это касается еще нескольких дорог города. Дзержинского. Эту улицу называют одной из самых сложных. Постоянное интенсивное движение не позволило уложить асфальт с соблюдением всех норм. Но это не оправдание для независимого надзора и администрации. До июня следующего года все недоделки дорожники обязаны будут исправить. Ремонт дорог одним только правым берегом не ограничился. На левом также отремонтировали несколько улиц. Самые масштабные работы были выполнены на объездной дороге Университетский Первомайский. Не только отремонтировать, но и расширить. Такую задачу поставили перед подрядной организацией. Справились дорожники с ней частично. Из 3 километров полностью отремонтировали 500 метров. Правда, замечаний здесь хватает. На некоторых участках коэффициент уплотнения недостаточный. Придется перекладывать нижний слой асфальта. В Ленинском районе самая крупная реконструкция была выполнена на улице генерала Даватора. Работы были выполнены в срок, однако дорогу не выровняли, поэтому сейчас по дороге машины плывут как по волнам. Этот недостаток придется устранить, иначе подрядчики не получат деньги за выполненные работы. Подрядчикам на сегодняшний день по федеральным объектам оплачено только 5% средств. Да, то есть все объекты, они не оплачены. То есть, ну, 5% средств – это только демонтажная работа, они их выполнили давным-давно. Все остальное как бы не оплачено. Естественно, что пока они, эти объекты у нас не сдаточные в этом году, они как бы переходящие. И в следующем году, я думаю, на всех объектах будет наведен порядок. В планах на будущий год благоустройство территории вокруг стадиона «Труд», ремонт улицы Карла Маркса, переулка Сударева и еще нескольких улиц. Жители Синюшиной горы ожидают реконструкции бульвара Рябикова с установкой подземных переходов. Все дорожные работы должны быть завершены к 1 сентября. Юлия Любишина, Александр Пахомов, Городской информационный канал «Камертон».